Прогноз погоды на 24 ноября. В 6 часов утра температура воздуха в центральных улусах была -32, -38 градусов, в Заречье 30-37 градусов ниже нуля, в южных улусах 26-32 градуса ниже нуля, в Вилюйской группе улусов 28-36 градусов ниже нуля. В Нижнеленске 30-38, в западных улусах 27-32 градуса со знаком минус, в Колымо-Индигирской группе улусов 19-38 градусов ниже нуля, в Янске -23, -32, на северо-западе -31, -36. В Якутске в 6 часов утра температура воздуха была -31 градус, атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба, штиль 0 метров в секунду, а днем ожидается -28, -30 градусов.